На пути к финалу Дарима провела 4 боя. В главной же схватке турнира нашей землячке противостояла опытная спортсменка из Италии Анжела Карини. Чтобы выявить победителя, понадобилось 3 раунда. Дарима работала первым номером. Судьи единогласно отдали победу атлетке из Бурятии. С момента финала прошла неделя, однако осознание того, что сделала Дариме, пришло только после возвращения на родину. И это я только понимаю сейчас, когда приезжаю домой. Когда я прилетела уже в Москву, это не так сильно чувствовалось, да, нас тоже встречали, но я особо не понимала, что я сделала. И когда я уже прилетела сюда, я понимаю, что, ну, действительно, это такой момент. У меня даже в сердце ёкнуло, я думаю, блин, это так круто. Мне говорят, ты знаешь, вот, Виллингтон Баранников, это было полвека назад, ты вообще понимаешь, что ты сделала? Я такая... Я говорю, ну, только сейчас, да. Времени на отдых у Даримы нет. Уже завтра спортсменка начнет подготовку к чемпионату мира, который состоится у нас в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. Батыр Ламбаев, Сергей Петров, новости дня.